Что с машиной-то случилось? Не доехал до дома. Зимник расставил. Так и оставил? Так, наверное, и оставил. Пешком пошел. Весна быстро пришла. Щука гоняет маленькая. Да? Около этого. Вот и здесь полет. Эту штуку. Местные рыбаки говорят, что нужно сначала намочить голову для того, чтобы ловилась рыба. Вот мы сейчас и попробуем, если это правило действительно маленькая щучка. Чего? Ждали окуня, линему, пришла щучка. Хорошо. А нет, не щука. Ай-яй-яй. Осторожно. Ну хорошая. Может, медведь подойдет, сразу снимет. Вот это вот называется лабаз. И здесь хранят запасы, в основном пищевые, от диких зверей. Медведь сюда забраться, может и может, но открыть-то уж точно нет. Снимай, посмотри, он подойди ближе, подними. Thank you.
Чего-чего, комаров здесь предостаточно. Ой, сразу на руку сели 10 штук, вот ладонь не попрыскана, и вот сразу 10 было. Вот уже опять. Отмахивайся, не отмахивайся, толку никакого. А это языческие идолы говорят, что нужно положить вот туда в лабаз монетку, что я и сделаю. Может быть, какой-нибудь дух и поможет нам сегодня с рыбалкой успешной. О, похоже, какой-то домик стоит. Пойду-ка я посмотрю, если там еще кто-то живет, может, познакомлюсь с хозяевами. Когда-то и здесь жили люди в этом домике. Пойдем вовнутрь. Кроме комаров здесь, похоже, других жильцов нет. Что-то искали, наверное, клад. Удивительно, что в таком месте пустынном есть еще какие-то остатки цивилизации. Вот в этой печке, наверное, когда-то давным-давно горели дрова. Сейчас вот только лежат на земле доски. Давненько здесь никто уже не живет. Но оно и не удивительно, цивилизация далеко отсюда. Люди переместились подальше к городам и населенным пунктам. Здесь четверо рыбаков на этом месте, на реке Северное Сосьва. Как-то поехали на рыбалку и задохнулись от газа. Забыли выключить горелку в катере. И вот таким образом погибли. Ага. Там сзади, наверное, пристроилась какая-нибудь. Ну, стоит щучка, проглотила рыбку. Ну. Толстый, толстый. Так изо рта хвост вообще переварить не может. Сколько их здесь, а? Вот испытываем сейчас сонарбол, японский эхолот. Но показывает неплохо. Перевожу на сотовый телефон. Температура 16 градусов, глубина 6 метров, рыба просто валом. Какая-то стая большая идет. Не знаю, что это такое, но ее очень много. Ну все, ты сказал, Серега сегодня ночью сюда. Поедет, поедет. Рыбачить надо все. Значит, рыбачить. Перепад большой, да, с 16 метров на сколько, на 6 перешли? На 6, да. Надо же. 4 метра. Рома, все, Костя баню затопил? Замерзли все, зачем? А,